Эй, йоу, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка. Я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, все такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянный эпизод Лунтика. Эту серию я нашел на тайном сайте с потерянными эпизодами, а за репост этого видео на моей странице ВК и за лайк на АВУ я выберу одного человека, которому скину ссылку на тот сайт, и он увидит все потерянные эпизоды в мире, на которые я раньше делал обзоры. Эта серия была очень страстная, и я очень сильно боялся, когда смотрел ее. Но все же я ее досмотрел. Серия началась с того, что Лунтик играл в мяч с Кузей. На улице уже темнело, и все собирались уходить. Ведь всем завтра идти на соревнования к пчеленку. Все попрощались и ушли. Когда Лунтик уже уходил, к нему подлетели светлячки. Они были не такие, как всегда. Их глаза очень сильно светились ярким белым светом. И это было очень страшно. Это не было похоже на них. А их голос был очень-очень грубый. Я испугался очень сильно. Эти светлячки предложили Лунтику пойти погулять в мяч ночью. Это было очень страшно. Я хотел выключить серию, но потом я передумал. И просто молча смотрел до конца. И вот наступило утро. Светлячки ушли странно смеючись. Их смех был очень жуткий и коварный. Я не понимал, что происходит. Лунтик решил пойти домой поспать, но вдруг к Лунтику пришли его друзья, и они предложили уже идти на соревнования, и они пошли, но Лунтик был очень сонный, он не успевал за ребятами, по итогу он опоздал на соревнования, он очень расстроился, но он очень хотел спать, и Лунтик сказал, что он отнесет мяч и придет дальше гулять с ребятами, но он уже шел и спал, он пришел в хижину и там упал, но он упал на очень острый предмет, это была обычная игла, которая задела важные жизненные органы Лунтика. Он там так и лежал. Никто его никогда не искал. На этом все. С тобой был Сергионис. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также, расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь мое воображение.